Трагическая авария на улице Зеленского унесла жизни двух молодых людей 97-го года рождения. ДТП произошло сегодня рано утром. Мотоцикл въехал в бордюр и ограждение. Один из участников аварии скончался на месте. За жизнь другого врачи боролись около часа. Вызов поступил на станции скорой помощи в 5:37. Бригада прибыла на место в 5:44. Одного пациента в крайне тяжелом и нестабильном состоянии доставили в УКБ номер 2. Несмотря на все усилия, предпринятые мультидисциплинарной врачебной бригадой, травмы пострадавшего оказались несовместимы с жизнью.